Добрый вечер. Христос воскрес. Воистину воскрес. Игнатич, да я, вы же мне написали. Вот, а я кинулся звонить сразу. И звоню, то в скайп звоню, то на телефон звоню. Я же волноваться начал. Я думаю, может, случилось, что и на телефон звоню, не отвечаете. Ну, понимаешь, тут такой случай был. Говорится, все, бегом, мы бегом, мы бегом. Мы уже почти все приготовили к отправке груза. Это большое дело. Это у нас что-то на чердаке, что-то в сарае, что-то у людей. Это надо заказывать. Ну, как по... когда Яков-то заходил, Исава боялся, он разделил на два стана. Если погибнет один, второй останется. И так мы в разных местах храним. А в каждой пачке по-разному. И все это надо считать, смотреть, перевязывать. Делов много. Но опять, по милости Божию, если Господь благословит, около 4 тонн литературы отправляем. А уже там на месте, ну, видно будет. Даже если Англия что-то заортащится, ну, главное-то для нас не Англия, а Шенген. Ну, это да. Что у вас, не разобрались там? Ничего никто не разобрался, никого и не было. Я сказать-то сказал, и тут же побежал, пока Володя-то здесь. Он настраивается уже уехать. Там все вопросы у вас связаны только с этим рабочим столом. Вы поскорее их перекидывайте, эти файлы, потому что у вас компьютер вообще сядет. Он... Я убрал все уже вчера, все. Я уже убрал. Там осталось только по мелочевке совсем. А остальное все, я на жесткий диск скачал и убрал ночью. А это все в корзину, да? Ну, ну, лишнее, которое есть, я убрал, а остальное это я буду опять накапливать. Ну, а убрал-то куда? Где они сейчас? Жесткий диск, который купили, 2 терабайта. Это я понял, а которые на рабочем столе были, они сейчас куда, удалили вы их? А вот от, когда перекачало, удалил. Нет, вы же, которые 200 гигабайт, вы же их переместили, вы их не удаляли. Как переместили? Я их удалил, он перекачивал. Я не копировал, я сразу их перекачал. Ну вот я про что и говорю. Да. Когда переместили вы? Вы не перекачивали? Переместил-то за пределы своей аппаратуры-то. Ну, я и говорю. Вот я и спрашиваю, главное, что они, чтобы не остались у вас в ваших пределах. Нет, ну тут я маленько, говорится, соображаю, кирпич как в раствор обмакать или сметану. Ну и теперь должно все нормально работать. Не работает. Я не могу ни на форум зайти, ничего. Да, ну до этого было так. Папку открыть, раз 5 надо сунуть и ждать. Я опять сижу, не могу папку даже любую открыть. Ну давайте я сейчас посмотрю. Давай сейчас посмотрим. Непонятно, я что к вам лезу-то? Я же не без дела лезу-то. Мне тяжко. О, даже там Юра и то подпрыгнул. Так, ну там 9, 2, 3, а внизу 7, 3... 7, 3, 6, 8. И потом, вот это с Соболем записано у меня, а голоса нету опять. И все правильно делал. А на столе у меня оно. У меня такое предчувствие, что может быть как-то можно, чтобы заговорило. Ролик-то хороший. Сам Соболев вышел сейчас и говорит, когда разговаривал, так, все в торопях, думаю, тут я неправильно сделал. Послушал сейчас, нет, говорит, все к месту, все хорошее. Так, сейчас. Сейчас я посмотрю. Ну что, один ролик 7 часов закачивает. Ну, вообще, срам один. Володе даю, но он у меня ужимает. У меня как у крокодила, сжимает зубы, а рожать не может. Я около 200 гигабайт убрал. Потому что вот эти, которые купили, большие терабайты, это проще на жесткий диск, чтобы они были не ужатые. Все время мне говорил-то, а... У меня такое мнение, что он никогда не успеет сделать ничего. Ему не до этого. Он даже в интернете-то не бывает. Он с квартиры... Да когда ему делать? У него времени вообще нет. Он за квартиры. И сейчас работал подряд 48 часов.
хотел в церковь сходить, хоть 12-го, Пасху встретить, а мусульманин у него, начальник-то, он ему сказал, я тебя выгоню. Хотя у Гавриила, он сказал, он лучшее первое место занял там в магазине. Я никогда так не работал, чтобы в воскресенье куда-то пойти. Знаешь, от как? Ты ищешь, она не открывается. Да не, все открывается. Я просто смотрю. Все открывается быстро. Нет, не быстро. Я даже вот компьютер открыть, и то любую папку. Вот, смотрите, Геннадьевич, я вот сейчас перед вами, видите, открываю. Через это такое открывается. И то, как быстро открывает. На столе вот, даже бывает. Питание. Ну, вот Володя подойдет, ему что-то надо. Я не могу открыть папку. Сидим, да вот сейчас ждем, открывайте, ждем. Все открывается. Попробуйте сейчас. Ну вот, я ткнул мой компьютер. Вот ткнул, ничего нету. Еще сейчас ткнул два раза. Ничего не открывается. Нет, по несколько раз так нельзя. Ну я-то вот смотрите, а вот сейчас я открою. У меня так никогда не открывалось. Только ткнуло, открылось. Он с первого дня, как вот этот переоборудовали его, он с таким торможением идет, жутко. Что значит переоборудовали? Ну там внутри-то поставили-то теперь объем-то, меня вообще удивляет. 1000 гигабайт, наверное. В самом процессоре. А до этого был, я все время чуть-чуть на диску убираю. А насчет того, что памяти у него нет, неоднократно Виктор говорил. Ну, то ли что-то дорого, или не пойму. Вот это вверху, вот Соболев, вот это, вот я покажу сейчас, вот, вот этот туесок-то. Ну почему у него голоса нету? Ну все, когда сегодня? Это сегодня записывай, никогда. Сегодня утром. Утром. У меня все было включено. Он зашел, я говорю, подожди, я сейчас скайп у себя здесь это включу, вот который мне оставили-то. До того обидно прям. Володя, если нету, то пропало тогда. Видишь, сколько у меня свободного-то. Я остальное, это тут еще на 40 гигабайт, я не убрал, потому что надо это скачать. У меня тут двое берут, просят все это. Я для Володи-то копию сделал, а еще два человека. Когда я им сделаю, тогда и уберу полностью. А вот эти, я сказал, которые пасхальные привезли из Потеряевки, что мне, ну, соединить или поставить как есть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 10 роликов. Их надо на два разбить. Одни на улице, другие в храме. Концерт. А где они? В какой папке? А я сейчас покажу. Так, подожди, Марика, я сверну вот эту компьютер-то, ладно? Или как? Я уже нажал. Я должен глянуть, а не тут где-то. Так, ну-ка. Я нажал уже, сейчас он, да, что-то... Не работает у вас тут ничего. Ну, где-то что-то как-то. Но главное, что мы житиями-то святых-то ладно разладили. Так. Видео Пасха 20 апреля. Сейчас я открою ее. Вот это вот и есть. Вот, открыл я ее. Вам не видно? Я вижу. Видео, видите, сказал? Я здесь не буду делать. Это надо на Володе. Мне закрыть ее или что? Что? И закрыть ее? О, вот она, видео Пасха, вот я ее выделю. Он сказал, чтоб я занимался этим. Ты занимался? Да.
Что, я хуже тебя, что ли? Заниматься я, Володя, я же тебе показывал, как это делается. Вот, открываем программу вот эту. Да знаю, я знаю. Так. Я сейчас у вас на глазах прямо ее соединю. Но я должен сказать, что именно соединять. Подожди маленько, я гляну. Там на две части. Одна церковь, другая концерт. Еще сейчас, такими сейчас, маленькими секунду. Рвали, видать, так надо, я не знаю. Я сейчас только открою. Что это тут? Я же показывал. Не записывать, нет? Ну, я думаю, ничего не надо.